Ни хао! Сегодня мы на Зеленом острове. Нет, вы не ослышались. Циндао в переводе с китайского означает «зеленый остров». И это имя полностью соответствует облику города. С конца 19 века и до начала Первой мировой войны порт и залив Циндао находились под управлением Германии и использовались так же, как военно-морская база. Циндао был дважды оккупирован Японией во время Первой мировой и до 1922 года, затем с 1938 и до конца Второй мировой. Превращение Циндао в современный мегаполис начался в середине 80-х годов. В Циндао есть достопримечательности разных периодов. Немецкого, как, например, католический собор Святого Михаила, построенный в 30-е годы прошлого века. Или новейшего, как два высочайших здания Циндао. Здание Международного финансового центра и парк Сизон Плаза. Их высота, соответственно, составляет 250 и 220 метров. Расположен этот удивительный город в 500 километрах от Пекина на Цзяодунском полуострове. В Циндао есть 11 библиотек, 6 музеев, 54 кинотеатра и театра, а еще родниковая вода горных источников, благодаря которой получается отменное пиво. Наше путешествие организовано компанией CCN с целью расширения кругозора об образовании в Китае. Также мы покажем самые интересные места крупных городов Китайской Народной Республики. Сейчас мы находимся на площади 4 мая, одной из самых запоминающих мест города. В названии площади увековеченное событие 4 мая 1919 года, когда тысячи студентов вышли протестовать против оккупации китайских территорий. Центральный элемент площади – красная скульптура – это майский ветер.